Короче, этот чепухан хочет угнать скорую помощь. Так, Украина давно не была девушки. Короче, он залазит и ебашь ты, куни. Давай, Украина, знаю, я верю в тебя. Но... Бля, ты можешь просто фотографии сделать? Коли ты устал, блядь, вон, готов. Ты даже по росту подходишь. Вот, сделать, вот сюда просто язычком сделаешь и все. Ну. Ты же вот. Проспорил. Я не спорил, иди. Мы на Чингачук играли, короче, я поставил камень, он поставил бумагу. И в итоге я выиграл. Отдай сюда, сука. Да возьми ее за ляжку, блядь. За жопу мацни. Покажи свою культуру, животное. Блядь, ты что, стесняешься, что ли? Перед камерой пиздец стесняшка, а так нам ходишь просто женщин насилуешь. А ты докажи сначала это. Че доказать? У меня видео есть, но... Могу ссылку скинуть. Ну, давай, да мацани ты ее, блядь, возьми за ручку хотя бы, блядь. Скажи, мадам, салам алейкум. Я вот сейчас буду чпёхин делать. Вас и ждешь, зверно битый. Ашнера. Че? Я. Дастись фантастич. Давай немецкое порно заебал снимай. Какое нахуй немецкое порно, блядь? Где бабки, сука? Где гонорар, блядь? Черт. Залази на нее. На плечи становишься. Я сейчас, она меня сейчас уебет, блядь. На плечи становишься, ротан даешь, нахуй. Понял? Ты посмотри на ее ебальник, нахуй. Она говорит, блядь, красно, ты... нахуй. Пиздец, Крейн, дурачок, нахуй. Она тебя хочет ебать, я по глазам вижу. Видишь ее зрачки, блядь? Мне кажется, она упорная. Хули он там встал, давай слази, блядь, что, для тебя место, что ли, сделали? А че того? Ты фотку будешь делать, нет, блядь? Какую фотку, блядь, ты же насиловать ее собрался. Так выруби видео, блядь, давай. Так мы что, долго ждать, что ли, заебал? Да, блядь, возьми ее за сиську хотя бы. Заебал, будь нормальным мужиком, ты чё как сыкло, тряпка нахуй. А? Бля, очкошник. Чёрт, очкошник, подумаешь тебя, блядь. Че даже, блядь, камеры не снимает, кроме моей. Ну, бери. Да возьми за ляжку, заебал. Для видео. Один раз, и все, я буду тебя фоткать. Нет, здесь нет ляжки, блядь. Во-во-во-во-во-во-во-во. Я это сфоткал. Короче, этот чепухан. Хочет угнать скорую помощь. Залез, пытается что-то там проводки чикать. Сейчас его. Сейчас охранник выйдет, ему пизды даст. Мафон ворует. Охран. Че ты там, блядь, воруешь? Он спиздил. Блядь, мафон спиздил, смотрите. Мафона нет. Куда свои культятки, блядь, суешь? Дай ему ее жить. Давай вылази, ну. Держи его, я охрану позову, только полицию вызову. Тварь какая. Че, забрался, вылезти не можешь, да? Давай, прыгай лицом в асфальт. Как ваши ощущения? Иди нахуй, а. Подержали за штурвал? Обеими руками? Да. Почувствовали? С домминантностью. Так, короче. Чё ты, блядь, на меня так смотришь, на? Пока я сделал паузу и фотографировал его, он, короче, изнасиловал этот памятник. Посмотрите, на рту какие-то белые пятна есть, но. Вон, вон. Какая же ты мразь все-таки, а? Он еще телефон щемит нам. А дай телефон памяти, когда он на тебя заявление напишет. Так, мне теперь надо как-то слезть, блядь. Да прыгай лицом в асфальт. Спасибо. Пожалуйста. Всегда рад помочь, обращайся. Опа, ну, а вот и. Как его, сука? Как называется? Nokia. Нет. Аппарат? Нет, заебал.
Че? Улики! Прямые, да, причем, нахуй, не косвенные, понял? Я зафиксирую все это на камеру. Вор, мошенник, рецидивист. Он еще в рот брал. Так, короче, это чепушило чешет свою культяпку. Куда ты, сука, блядь, бомжар, мусор поднимаешь, нахуй? Нихуя себе, это мы не долбай. Нахуй пошел. Это конч, нахуй, это мои, блядь. Ты за мусором потянулся, надо мне тут въебаться. Поделим, вот, если чё. Вот, блядь, повезло, пиздец, да, Крейн? Ну, нихуёво повезло, да? Блядь, я не удивлюсь, если я еще одну бумажку, блядь, найду. Мы же друзья, Крейн, да? Че? Че, мусор собирать будешь? Да, Крейн, мы же, блядь, друзья, нахуй. Да поделюсь, ебать, я с тобой. Самые лучшие, ебать, друзья, да? Да, а дай мне полностью. Как-никак помогаешь мне, брат. Давай, пятеру, нахуй, сразу. Сейчас еще пару фоточек сделаем. Крейн занюхнет пердежа. Брат, деньги не пахнут. И спать ляжет. Это правда. Деньги пахнут. Знаешь, чем пахнут? Моим членом. Короче, Крейн подошел, уронил виток. И, короче, говорит, сейчас я для видео его подниму. Вот, для видео он поднимает. На самом деле он сволочь, он только что сам его уронил. Я это не успел записать. Не пизди давай. И вот эту, короче, табличку один, короче, нехороший человек отлепил. Не знаю, зачем он это делает, провокатор. О, Крейн, красавчик, нахуй, дай я тебе за это руку пожму. Все, иди нахуй теперь. Теперь минута молчания и слезинку пусти. Бля, Вась, вот если бы не эти люди, нас бы не было. Кто тебе сказал?